Девчонки, всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня хочу вам показать мои заказы в магазине «Подружка». Покажу вам все в одном видео, потому что разделять на какие-то части смысла нет. Поэтому давайте смотреть. И всем, кому интересна данная тема, желаю приятного просмотра. Первые мои покупки – это вот такие вот ополаскиватели для полости рта. Этот вот такой он идет как... Ну, жидкий, как гелевый. Этот обычный противовоспаление десен. Кедровые орешки, шалфейн, отвары трав с хвойным комплексом. Очень люблю ополаскиватели, лесной бальзам и зубные пасты лесной бальзам. Вам тоже могу порекомендовать. Очень хорошо освежают полость рта. Две появились вот таких новинки от марки La Petite Marseillaise. Это гель для душа с морской солью и сиренью. Не знаю, насколько это новинки, но раньше я таких не встречала у нас в магазинах, поэтому решила их приобрести. Думаю, что они будут хорошими. Вот такая вышла новинка у марки Dove. Это шампунь с японским лотосом. Тоже мне очень он понравился своим красивым таким оформлением, и аромат у него тоже очень приятный. С удовольствием буду мыть им волосы, и в пустых баночках вам расскажу мое мнение об этом продукте, понравился или же нет. Вот такие новинки вышли у марки Himalaya Herbals. Это гель для умывания, клубника, лимон, черника и персик. С удовольствием буду их использовать, возможно, возьму с собой, когда поеду в другой город на сессию. У них очень приятные ароматы, и я с удовольствием буду их использовать. Не знаю, насколько это новинка или же нет, но я приобрела вот такой вот очищающий гель против черных точек с грецким орехом для умывания. Он подходит для нормальной и жирной кожи. Тоже еще ни разу не пробовала, но думаю, что он мне понравится, потому что постоянно борюсь с черными точками, уже чем только лицо не очищала, но они какие-то невыводимые. Думаю, что походу мне придется идти на очистку лица. Вот такие две новинки вышли у марки Nivea, нашумевшие. Это муссы для тела, огуречный лимонад и малиновое суфле. Оба они подходят для сухой кожи. У меня были все муссы, которые вообще выпускала марка Nivea. Также у меня был малиновый сорбет. Это вот они уже выпустили малиновое суфле. Тоже с удовольствием буду их использовать. Они такие классные и очень такие воздушные. Кожа после них как прям, я не знаю, какая-то гладкая, нежная. В общем, с удовольствием буду использовать такие штуки, потому что очень их люблю. Приобрела я также два вот таких вот от Eveline Cosmetics крема для тела. Это интенсивно увлажняющий, успокаивающий крем. Он подходит и для лица, и для тела. И также вот такой вот тоже крем интенсивный уход. Ну, я сейчас не знаю, буду их использовать или нет. Возможно, если консистенция будет слишком плотная, то я буду использовать их в холодное время года, то есть там осень, зима. Вот, но сейчас у нас уже приближается лето, на улице очень жарко, поэтому я думаю, что плотная текстура мне не подойдет. В общем, многие девчонки хвалят эти кремики, я тоже с удовольствием буду их использовать. Приобрела также вот такую вот очищающую, разглаживающую маску с зеленой глиной, экстрактом зеленого чая от марки Eveline. Там какие-то были скидки на эту вот косметику этой марки. Тоже с удовольствием буду использовать, думаю, что она будет хорошая. И тут также идет охлаждающая формула. Вот. Ну и также указано, что это суперэлитный бренд 2016 года. Вот такая вот коробочка. Еще, конечно, не открывала, но думаю, что мне все это дело понравится. Приобрела также гель для умывания от марки Чистая линия. Он идет уже с алоэ для нормальной комбинированной кожи. Но у меня был такой, как знаете, как в тюбике, как у них шампуни выходят. Вот такие вот покупала в пятерке. А это вот такой вот с помпой, тоже очень классный. Буду с удовольствием его использовать летом. Думаю, что мне он также понравится. Я вообще очень люблю косметику от марки Чистая линия. И крема, и гели, и все, что у них есть. Были большие скидки на корейский уход на подружке. Ну, понятное дело, что на подружке заказ же я показываю оттуда. И, в общем, я взяла вот такой вот, даже это не гель, это пенка для умывания, очищающая поры от марки IPU.
В общем, тоже буду использовать в пустых баночках. Вам расскажу полное мнение об этом продукте. Как он мне подошел, не подошел, понравился или же нет. Взяла также 3 бальзама для губ. Это клубничное сияние. Вот такой новый дизайн уже. Очень люблю помадки от Nivea. Также вот такая вот Pepsi. Очень такой у него был красивый формат. Точнее, не было, есть такой стакан с кока-колой. И вот так вот он выглядит внутри. Вот, ну что хочу сказать, да, приятно пахнет колой, сладенько так. Вот, и вот такая вот восстанавливающая сыворотка для губ от Эвелин Soft Bio. В общем-то, с вишней, такая у меня уже была, и также у меня была с клубникой, они очень классные, с удовольствием буду использовать. Также я приобрела вот такую вот себе косметичку от марки Lady Pink. Я не помню, честно говоря, сколько она стоила, но вот можете прочесть какую-то информацию, если вам нужно. В общем-то, такая вот косметичка, очень удобная, возьму с собой ее в поездку. Она такая, как знаете, ну как силиконовая, как это назвать правильно, или пластиковая, то есть если что-то прольется, то ничего, в принципе, не замажется, поэтому тоже буду ее с удовольствием использовать. Кстати, забыла показать, взяла еще вот такой вот бальзамчик, он тоже был по скидке, от какая-то Perfect, в общем-то, Soft Lips, я взяла с малинкой, там еще был с клубникой по скидкам, но я взяла с малиной. Он идет уже вот такой вот, с SPF 20, очень удобный такой формат, подобные были упаковочки у бальзамов от марки Avon или Oriflame, не помню, давно уже. Вот, ну вот, вспомнила и решила подобный такой продукт купить. Ну и куда же без тканевых масок? Взяла я 2. Одна Esfolio, а вторая Shetri или Shetri, как она читается, я не знаю. Это, в общем, с экстрактом малины и меда маска. А это, ну, понятное дело, что с тыквой. Она идет омолаживающая. Не знаю, почему взяла омолаживающую. Просто меня привлекло оформление упаковочки, и я решила ее взять. Поэтому буду их с удовольствием использовать. Приобрела также вот такую вот новинку от марки Garnier. Это увлажнение, упругость. Тканевая маска для кожи вокруг глаз. Кокосовая вода и гиалуроновая кислота. Охлаждающий эффект, минус 4 градуса. Ну, не знаю, буду, конечно, ее использовать. В пустых баночках, может, скажу мое мнение, понравилось или нет, по стандарту. И сейчас я покажу вам то, что мне дали в подарок за мои заказы. И вот за мои заказы я получала, ну, в каждом заказе был вот такой вот пробничек, там можно брать, можно не брать, но здесь 50+, и я считаю, что мне это как бы еще рано, поэтому я кому-то это подарю. Это дермокоррекция морщин какая-то там. И получила также вот такой вот шампунь в подарок. Это молочко для волос, шампунь уход. Для тонких волос у меня уже был такой шампунь неоднократно. Мне очень понравился. И вот приятный такой бонус за мой заказ. Девчонки, ну вот и весь мой заказ от марки Подружка. Точнее, от марки из магазина Подружка. Кому понравилось это видео, обязательно ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на мой канал, ждите от меня новых видео. А я вас, как и всегда, всех благодарю за просмотр, хорошего вам настроения и всем пока-пока!